совсем небольшой промежуток времени у нас состоится розыгрыш. Так, здравствуйте. Расскажу о таком интересном событии, которое сегодня, 5 октября 2019 года, проходит в Рязани. Застройщик «Капитал», строитель жилья. Вот, смотрите, сегодня организовал такую акцию, то есть пригласили, ну и риэлторов пригласили, там меня в том числе, и Новоселов с вот этого жилого комплекса Петра Феврония для посадки, для озеленения территории. Вот смотрите, приготовленные такие вот деревца, кустарники. Разыгрываются конкурсы, какая-то лотерея, он людей кормит. Смотрите, сколько много людей собралось. Молодцы, кто-то уже в сапогах, кто-то так, кто-то посмотреть, кто-то поучаствовать в конкурсах, а кто-то что-нибудь посадить, сделать доброе дело, озеленить свою территорию. Ну, круто, молодцы. Вот застройщик «Капитал» такие вот акции проводят. Интересно, интересно. Есть что поснимать, есть как, ну, привлечь внимание к своей строительной компании. И, в принципе, людям устроить такой небольшой праздник. Потому что, да, посадишь дерево какой-нибудь, куст, если тем более люди здесь живут, если оно вдруг, ну, надеемся, будет расти, подниматься вверх, ну, круто. Вот это дерево посадил там я, там, да, вот. Все равно выходишь, живешь в этом доме, смотришь периодически, как оно растет. Ну, сейчас поснимаю вам еще что-нибудь там, посмотрите. Так, смотрите, вот суббота, да, вот праздник продолжается. Вот такие модераторы, есть чем заняться детишкам. Такая детская площадка прикольная. Вот. Короче, есть, но любой вкус. Кто на качелях, кто на каруселях. Вот такие интересные. Вон, смотрите. Молодцы, молодцы. Ну вот «Капитал», вот молодец. Руководство строительной компании. Смотрите, такие штуки, такие. Там фантазия работает, фантазия в правильную сторону. Ну, как рекламные акции, как, ну, просто для людей. То есть такие вещи запоминаются. Вот такие вещи хорошо запоминаются. Сейчас вам покажу. Жилой комплекс Петра Феврония. Вот это вот в конце 20-го сдается. Там впереди дом сдан, заселен. И вот как раз вот этот сдается в конце этого года. Так, смотрите, народ все прибавляется. Вон, елочка какая классная. Я даже недавно только был здесь, снимал, елки не было. Молодцы, молодцы. Жилой комплекс Петра Феврония. Кто не успел тут купить квартиры, смотрите, как тут круто. Может быть, надумайте. Так, снимаем дальше. Так, ну смотрите, все рьяно кинули сажать деревья, кусты. Молодцы. Смотрите, сколько все-таки людей собралось. Хотя сейчас на улице прохладно. Сделать доброе дело людям все-таки хочется. Молодцы. Сейчас мы что-нибудь тоже посадим. Вон мы с Иринкой, с женой моей и с Ванькой. Сейчас что-нибудь обязательно посадим. Ну и смотрите теперь меня, как я буду сажать деревья. Не умел, конечно, но все равно. Вот он. Прям за этот тащи, а? За ствол. Не сломай. Сделал вклад. Да. Короче, кто будет сидеть на этой лавке, вокруг посадил я. Спасибо. На них не написано, как они называются? Видите, директор агентства недвижимости «Риэлт Финанс» вам сам лично, да, сажает деревья.
занимаюсь новостройками, продажей новостроек в Рязани. Но могу посадить ландшафтный дизайн. Если вдруг вам надо, покупайте квартиры с моей помощью. Я вам еще и вкусно посмотрю. Еще? Да. Лея! Зашел. Вон табличку «Аллея Риэлт Финанс». Товарищи, в то время как у нас в Сибири горело сколько лесу, мы здесь восстановим зеленую популяцию. Даже нравится. Сколько пришло людей, да, сажают? Молодцы. Вот разошелся. Да. Смотрите, люди все, причем разобрали себе какие-нибудь покрупнее. Кусты не особо брали. Все равно. Я говорю, люди бежали быстрее какие-нибудь елки разбирать. А, чем побольше. Кто-то должен сажать кусты. Да. Елки она принять. Она потом большая. Заметь. Ну что, кусты тоже. А? Кусты тоже выросли большие. Вот и солнышко даже вышло. Устал? Да, ну последний? Устал, говорю, последний. Да нет, что посмотреть, как я сажаю. Да, кому-то интересно. Вот еще вокруг сажают, видите? Люди знакомятся. Да, лучше соседи. Обращайтесь ко мне насчет новостроек в Рязани от застройщиков напрямую. Капитал, строитель жилья в том числе. Делал вам экскурсию и консультирую. Квартира. Короче, помогу. Мой телефон 8-910-973-33. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Так, ну на этом с вами прощаемся. Праздник удался. Смотрите, сколько энтузиазма у людей. Ну реально как бы приятно что-нибудь посадить. Тем более, если здесь жить, классно самому облагородить все вокруг. Ну и доброе дело все равно приятно сделать. Так что до свидания. Капитал-строитель жилья, жилой комплекс Петра Феврони. Вот такой вот классный праздник. Мероприятие по посадке деревьев и кустарников. Озеленение территории своей же собственной вокруг этого жилого комплекса. До свидания.